Астрид? Астрид! Я искал тебя. Почему? Все, что со мной происходит, твоя ответственность. Это тебе Ксавье сказал? Не нужно, чтобы это прекратилось. Я не знаю как. Да, это так. Держись от меня подальше. От этого никуда не убежишь. Рэйчел? Эрик? Ты в порядке? Фейт. Она в безопасности. Рэйч, что, черт возьми, там произошло? Я встретила Ксавьера в лесу, и... Он пытался убить меня, Эрик. Он обвинил меня в увядании. Затем на него напал один из этих монстров. И убил его. Дерьмово. Там был кто-то еще. Она была не из Перекрестков Надежды, но она была как я. Она потеряла своего сына, но он вернулся другим. Прямо как Фейт. Кей, может быть, она знает, кто похитил Фейт? Возможно, это был тот же человек, который похитил ее сына? Я не знаю, но с тех пор, как он вернулся, он повторяет одну и ту же фразу. «Страдание значит процветать в роще мертвых деревьев». Это звучало как молитва из фонда. Но я никогда не слышала ее раньше. Должен быть кто-нибудь, кто, возможно, знает разгадку. Барбара? Рэйчел. Она собирается спросить, что случилось с Ксавьером. Что ты ей скажешь? Я не знаю. Мисс Йоханссон? Я... Ваша сестра готова к приему посетителей. Брит? Она здесь? Она просто спокойно отдыхает. Я как раз собиралась дать ей кое-какое обезболивающее. Это проблема? Она трезва. Но я беспокоюсь о ее состоянии. Возможно, она не так надежна, как это может показаться. Действительно ли ей нужны... Ну, полагаю, что нет. Могу я увидеть ее сейчас? Да, конечно. Идем. Брит? Что с тобой случилось? Это произошло из-за тебя. О чем ты говоришь? Орсон. Он другой Астрид. Ты решила отпустить этот вопрос. Долбанный дом страданий, в котором мы выросли. Как ты думала, что произойдет? Я не понимаю. Он пытался убить меня. Что? Брит, я не знаю, что делать. Ты его мать, разберись в этом. И держи его, черт возьми, подальше от меня. Орсон? Это мама. Она была здесь. Леди была здесь. Сестра? Сестра! Все в порядке? Пожалуйста, боль. Твоя сестра объяснила, что ты преуспеваешь в своей трезвости. Я не хочу подвергать тебя опасности. Я надеюсь, ты это понимаешь. Прекрасно. Позвони мне, если тебе понадобится что-нибудь еще. Голоса. Они идут за мной. И тогда они придут за тобой. Сестра!
Я хочу, чтобы они ушли. Ты должна принести мне эти таблетки. Криста? Какого черта? Эрик, не подходи. Фейт, что ты делаешь? Мамочка порезалась, чтобы спасти меня. А ты? Или ты не веришь так сильно, как мамочка? Возьми. Возьми это. Да. Криста! Что? Что произошло? Фейт, что с тобой происходит? Криста, я... Она хотела, чтобы я вырезала себе глаз. Она ведет себя точно так же, как Рэйчел, и тебе нужно что-то с этим делать. Что я должен сделать? Наказать ее? Смотри, если не хочешь этого делать, тогда я с этим разберусь. В каком смысле? Он просто продолжал повторять, снова и снова. И никто не видел, кто вошел в его комнату? Я просто хочу знать, что с ним не так. Если бы я знала, где он был и кто его похитил... Астрид? Оу. Я говорила, есть кое-что, чем я привыкла пользоваться, как со своей сестрой. Это на стыке гипнотического внушения и картирования мозга. Но это... Но что? Это может быть ненадежно и... Это может спровоцировать что-то неприятное для него. Дай мне подумать об этом. Конечно. Я так и не поблагодарила тебя за то, что ты позволила мне поговорить с Орсоном. Все прошло не так, как я надеялась, но я ценю, что ты мне доверяешь. Конечно. Думаю, я искала ответы не в тех местах. Я просто почувствовала, как моя дочь часто была рядом. После стольких лет. Но сейчас, даже спустя столько времени, я просто не знаю, смогу ли я попрощаться. Прости. Я знаю, у тебя и так достаточно поводов для беспокойства. Но мы не можем устанавливать расписание для печали, ясно? Это происходит, когда это происходит. И никто не должен сталкиваться с этим в одиночку. Вместе, хорошо? Мы встретим это вместе. Мы. Мне очень жаль. Нет, все в порядке. Мне пора. Оливия. Рэйчел, Ксавьер с тобой? Нет. Ты его видела? Я начинаю беспокоиться. Ксавьер, он... Мертв. Что? Как? Он... Он пытался убить меня. Так, ты убила его? Но там был монстр. Я вижу. Больше говорить не нужно. Ксавьер был наказан за то, что пытался сделать с тобой. Серьезно? Были предупреждающие признаки того, что он хотел причинить тебе боль. Мне жаль, что я проигнорировала это. Барбара, мне нужна твоя помощь. Все, что угодно. Ты слышала этот куплет? Страдать значит предстать в роще мертвых деревьев.
Где ты это услышала? Что это значит? Это означает, что вестники вернулись. Вестники? Отколовшаяся секта фонда, у них было все. Собственные интерпретации произведения Пола Рэдклиффа. Их работы считаются запрещенными. Почему? Вместо того, чтобы остановить увядание, они приветствовали его. Они верят, что Мор — спаситель. Существо, которое желает забрать нашу боль, поглотит это, так сказать. Рэйчел, известно, что они используют детей в своих ритуалах. Они все это затеяли. Они забрали Фейт. Или это быть вестники из фонда? Это возможно. Это многое бы объяснило бы. Что ты знаешь о Кристи Ли? О Кристи многое, но еретик? Тогда что насчет этой Норы? Она появилась из ниоткуда вместе с твоей дочерью. Я не знаю. Нам нужно разоблачить того, кто это был, прежде чем они откроют дверь. Дверь?